23 февраля сегодня праздновали и в Талицком противотуберкулезном диспансере. В гости к бойцам в будущем приехал отряд ОМОН. Показали приемы рукопашного боя и покатали на бронированном «Тигре». Провели так называемые уроки мужества. Однако мужеством пришлось запастись самим спецназовцам. Почему? Узнали мы с оператором Алексеем Юферевым. В таких нелегких условиях на своем боевом «Тигре» сотрудник отряда ОМОН Сергей Карпов давно не работал. Концентрация внимания на пределе, кругом дети. Атакуют снаружи, взяли штурмом салон. Руководство отряда делегировало Сергея принять участие в так называемых уроках мужества для детей Талицкого туберкулезного санатория. Держится стойко. Операция сложная, но кратковременная. Ну, радость им нравится очень. Интересно, что на другой машине проезжает. Тем временем коллега Сергея, ОМОНовец Алексей, отражает атаку третьего отряда юных пациентов Талицкого санатория. Его задача – продемонстрировать образцы стрелкового боевого оружия. За каждый автомат он тут личную ответственность несет. Но пациентам третьего отряда все равно. Им нужно все это пощупать и потрогать. Снайпер, если ждет винтовка, если он куда-то упал, он лучше сам упадет, чем винтовку уронит. Неравнодушны к оружию здесь даже девушки. Как призналась школьница Екатерина Широкова, пистолеты и, цитата, все вот это вот, ей еще с детства нравилось. Любит боевики, даже в войнушку играла. Хотела бы тоже как в правоохранительных органах как бы работать. Это очень увлекает, не знаю, нравится. У меня всегда был такой же интерес. Если нам бы в школу приехали, у меня бы такой же интерес был. Мы приезжали во все школы, пацаны все идут к оружию, идут смотреть, недолго не отходят, их надо всегда убирать. Ну, как там, ребята, успокойтесь, все, идите, как бы, это на занятия. Посмотрели дети санатория и на что способны сами бойцы отряда особого назначения. Спецназовцы продемонстрировали будущим защитникам Отечества захват преступников и приемы рукопашного боя. Пообещали навестить и в следующем году. Дети к любому визиту бойцов здесь всегда готовы. Дмитрий Житарчук, Алексей Юферев, Бюро новостей «Давеча».